насмотревшись и наслушавшись страшилок о том, какая жуткая и страшная коробка PowerShift в третьем фокусе, я решил записать видео. Наверное, многих людей отпугнула информация о том, что это жутко ненадежная коробка. И я сам, наверное, если бы вдруг решил купить третий фокус, особенно на вторичке, ну, наверное, посмотрев эти видео, ни в коем случае никогда в жизни даже близко бы к нему не пошел. Но я бы хотел сейчас прояснить немного по этому поводу ситуацию, как владелец третьего фокуса, который мне достался, скажем так, по наследству. Я его не выбирал, но вот он достался мне с коробкой PowerShift. И действительно ли я испытываю серьезные проблемы с этой коробкой? А также, кому выгодно было бы покупать фокус с PowerShift, а кому с механической коробкой? Все дело в том, как вы планируете пользоваться автомобилем. Наверное, счастливчиков, которым достанется новый третий фокус, уже очень мало, потому что автомобили перестали продаваться в России. И в основном люди будут выбирать среди бэушных машин, с которыми владельцы не спешат расставаться, и пробеги на них, наверное, уже порядка 100 тысяч километров будут. Так вот, если вы захотите купить Ford Focus 3 на PowerShift с пробегом около 100 тысяч километров, вам желательно убедиться, а были ли какие-то проведены работы по этой коробке. Скорее всего, там наверняка уже меняли сцепление или блок электронного управления, или всю коробку. Если это так, то вполне возможно, это очень годный автомобиль. Если эти работы не проводились, то вам можно рассчитывать на дополнительный расход, связанный, допустим, с заменой сцепления. Это, наверное, вот самый такой ходовой вид работ по этой коробке. Работы стоят порядка 40 тысяч, но вы можете смело их прибавить просто к покупке, к цене этого автомобиля, и чуть ли не сразу же после покупки можете заменить сцепление. Потому что, ну, ресурс 100 тысяч километров – это, наверное, оптимальный ресурс. Хотя, наверное, ездит и больше. Так вот, это первый вопрос. Второй вопрос, на который вам нужно ответить, это как вы планируете пользоваться этим автомобилем. Если суммарный пробег в год у вас не очень большой, порядка 10 тысяч километров, как у меня, то коробка PowerShift вполне подойдет, при условии, что вам не приходится подолгу стоять в пробках. Это очень удобная потребительская коробка. Вам не нужно заморачиваться, она едет за вас. Расход бензина достаточно маленький. Это очень удобно. У автомобиля хорошая динамика, им приятно пользоваться. У меня за 8 лет эксплуатации 70, по-моему, 4000 километров пробега пока не возникало проблем с этой коробкой. Это опыт. Я не хочу сказать за других, говорю только за себя. Соответственно, да, вы можете рассмотреть автомобиль с коробкой PowerShift, если вы планируете им пользоваться в таком режиме и если вы проверили коробку на этом автомобиле перед покупкой. Это касается бэушных автомобилей. Всем остальным, наверное, выгоднее действительно пользоваться коробкой ручной, если вы планируете использовать фокус в качестве рабочей лошадки, возить людей или ездить много и на дальние расстояния, стоять в пробках. Да, чуть принеся в жертву комфорт, хотя для многих, мне кажется, механическая коробка даже приятнее в эксплуатации, вы можете получить меньше проблем с обслуживанием.